До заточки. Before sharpening. Ну, довольно грубая. Кто-то точил, но очень грубая заточка. Так, ну кромка ровная, вообще сколов нету. Такая ровненькая, так что вот труда не предоставит, по-моему. После тысячника. It's after 1000. King, what a stone. После тысячника кинга. Ну вот такая вот картинка. Быстро вышли на РК, виден заусенец. В принципе, каких-то больших проблем нету. Это после 6000-го кинга. 6000 кинг, вот и стоун. Кромочку вывели ровненько. Накаяма Марука с суспензией. С Накаяма Марука вот и стоун в изеслуре. Это чистый камень, марука. Кромка после эшера. Вот человеческий волос. Для сравнения. Кромка буквально зеркалит. Кстати, я тест на рез волоса делал до снятия вот этих кадров на эше. То есть я заточил бритву и стал делать тест на рез волоса. А потом вспомнил, я забыл даже на ремне ее, на стропе прогнать. То есть вот тест на рез волоса я делал без стропы. Вот, сразу после заточки на камнях. Так, ну вот такая картина. Волос отлично режет. Думаю, в бритье будет тоже нормальная. Тест на рез волоса. Hanging hair test. Я фразы иногда на английском говорю. Дело в том, что это бритву точу для человека, который по-английски говорит, и поэтому вставляю так фразы. Итак, так, отлично, срезался в сантиметре, даже больше. То же самое здесь вообще
2 сантиметров. Отлично. То же самое. Замечательно. Ну, бритва замечательно режет волос. Бритье будет, я думаю, бритье будет комфортное. Такая вот бритва. Cross case. Warranted. Made and ground in Sheffield. Английская бритва. Здесь тоже вот надпись. Такая интересная. Вот такая кромочка. Так, ну, в общем-то, все. Всем пока.